Ну что ж, команда у нас готова. Готовы команды. Готовы к тому, чтобы выяснить, кто из них пройдет в полуфинал, кто из них пройдет дальше, Сталь или Band of Nobs. Карта Руинберг. Сталь будет атаковать. А вот Band of Nobs будут защищаться. У Band of Nobs есть и шансы. Какие-то, видимо, проблемы есть у ребят. Они немножко задерживают начало. Чуть-чуть задерживают старт. Что-то не так с этапом. Ага, все-таки. Все-таки тройка там. Сотка. Ну, вроде бы вот сейчас уже все в порядке. И я надеюсь, мы готовы. Да. Команда отписались, готова, мы отправляемся в бой. Ну что ж, это выход в полуфинал. Это команда Сталь против команды Band of Noobs. Составы-то практически одинаковые. Ну, немного отличаются. Итак, все-таки я немножко перепутал. Команда Band of Noobs будет атаковать, а команда Сталь будет защищаться. Что ж, у команды Band of Noobs 2.50-100, 2.63, Рут 251, 2 Бульдога. У команды Сталь 2 сотки, тройка, 90-ик, 251, 2 Бульдога. Мы готовы, поехали. Бой. Что ж, пока стандартно. Куча танков. И все едут на первую базу. Все едут. Атаковать первую базу. А вот Сталь как раз таки играет вторую. Они приехали на вторую, они ждали, что кто-то приедет к ним туда, что будет, возможно, первый отстрел, что, возможно, это будут легкие танки и удастся им отстрелять их. Но нет. Оказалось, нет, и Бульдог сейчас даст инфу, можно заезжать на захват. Но все-таки Сталь успеет вернуться. Ой-ой-ой, вот это выхватил сейчас просто выхватил почти на все ХП. Вроде бы на скорости, вроде бы проезжал нормально, но попали ребята и дали очень хорошо. А ЛТ будут заходить сейчас в корму. Будут устали ЛТ заходить в корму, будут заходить в корму Band of Noobs. Но встречает их две сотки сейчас. Встречает две сотки Бульдога 251. Также урон по тройке идет. Алексей просил. 675 хп. Бульдога могут забрать. Забрали Бульдога. Забрали Бульдога у Band of Noobs. Сталь идет вперед. Сталь атакует. 90-ик врывается. Врывается на троек. Но зачем этот врыв? Его же просто отстреляют. Да, отстреляли 90-го. 1-1 по танкам. Все-таки просевшая тройка. Можно забрать эту тройку. Можно забрать. Там еще и две сотки есть. Да, могут забрать тройку. 5 хп оставили Алексею. Со третьего Бульдог надо пробивать. А это, извиняюсь, это 251. Это танк, который смог. Я надеюсь, он сможет пробить. И тогда минус тройка. Минус по цвету. Так и есть. Да, получил 251, но все-таки забрал. Забрал фраг. Ну и там, на первой, на нулевой линии стоит Бульдог, это две сотки. А захвата бежит. А сзади уже некому заезжать, сотки там справились, сотки отстреляли. Счет 3-1. Счет 3-1 в пользу команды Band of Noobs. Ребята в атаке пока что выигрывают. Надо что-то делать команде Сталь. 80 очков. Практически 90 уже. Сбили. Все-таки сбили. В каток, похоже, пролетело. Да, так и есть, сбили. Просто повезло. Повезло, что кто-то есть снайпер. Что есть действительно такие мастера, которые могут попадать в катки и в гусли с такого расстояния. Браво, ребята. Летит 251 на подсветный. Его сейчас отстреляют. Просто один выстрел от тройки. Один выстрел. 98. 100 очков. Все.
Band of Noobs. Band of Noobs. Band of Noobs проходит дальше. Band of Noobs в полуфинале. Я поздравляю команду. Я поздравляю тех, кто на них ставил. Ой, профессионалы-то вы наши. Результат хочет подтвердить. Такое мнение об этом бое у одного из игроков. Академия. В полуфинале ждет команда Band of Noobs. Kung Fu и Life и Life to Sleep. Наверное, начали уже играть. Что ж, к сожалению... Мы не посмотрим этот матч, так как ребята уже начали играть, и поэтому мы ждем боя Академии и Band of Noobs. Ждем приглашений.
А я вижу. Вижу победителей и поздравляю. Это Пантер Икс и Третий Макс. Третий Макс постоянный. Вот вам просто пример человека, который просто завсегдатай постоялец нашего канала. И если посчитать всю голду, сколько он забрал, ну там очень приличная сумма получится за все то время, сколько он проводит здесь. И выиграл он, наверное, прилично. Третий Макс, если есть время, если получится, посчитай когда-нибудь, напиши людям, что же ты выиграл на этих ставках. Да и вообще на наших голдовых стримах. Ну то, что я вижу приглашение от Академии. И, друзья, мы будем с вами смотреть матч Академии против Band of Noobs. К сожалению, Kung Fu Life и Life to Sleep уже играют. Как у них дела, я пока не знаю, но если будет какая-то информация, я вам обязательно сообщу. Но две серьезные команды встретились. Я, конечно, не знаю всю силу команды Life to Sleep, но знаю, что Kung Fu Life очень серьезный соперник. Поэтому битва там очень даже горячая, наверное, и сопротивляются обе команды. Но вряд ли кто-то кому-то захочет уступить. Ну, в общем-то, мы тоже, я думаю, посмотрим неплохую битву и скоро начнем. Как будут готовы команды, мы отправимся сразу же в бой. Это полуфинал уже. Это битва за выход в финал. Чем дальше, тем интересней. Друзья, я вам обещал, что если я узнаю информацию о том, как играть Kung Fu Life и Life to Sleep, я вам обязательно сообщу. Так вот, сообщаю. Счет 1-1. Сейчас будет тайбрейк. Все решится на Рюнберге. Ну а кто пройдет дальше, я вам обязательно расскажу. Но чуть позже. Если вы только присоединились к нашему каналу, то я вам напомню, что вы смотрите стрим турнира 754 под названием Golden Format Cup. Здесь у нас выигрывают голду не только команды, но еще и зрители путем ставок. В данный момент у нас период полуфинала, и сейчас в полуфинале играют команда Kung Fu Life и Life to Sleep. Счет у них 1-1, и сейчас будет тайбрейк. Но также прямо сейчас, буквально через 5 минут, мы с вами увидим матч КСК Академия против Band of Noobs. Это битва за выход в финал. It's
He walked out.
ее ждали, мы ее дождались. Мы начинаем вторую полуфинальную встречу. Насколько я знаю, по информации сыграла уже команда Life to Sleep и команда Kung Fu Life. Но не успел я посмотреть, какой там счет. Вроде бы Life to Sleep выиграли. Точно не знаю, после боя уточню. А нет. Вылет, и это ангар. Да, выходим в ангар. И сейчас я вам сообщу, какой же счет у той паре, в первой полуфинальной паре Life to Sleep и Kung Fu Life. Да, друзья, победила команда Life to Sleep. Life to Sleep прошла финал. Я вначале им желал победы, чтобы они дошли до финала. Пока что мои предсказания действительно сбылись. Они молодцы. В общем, мы будем следить за Life to Sleep в финале. Мы будем следить за нашей парой, кто же присоединится к ним. Академия. Или все-таки Band of Snoops. Давайте смотреть. Итак, у Академии 2.32, 2.13.90, Т-49, 2 Бульдога. У Band of Snoops 32, 2.13.90, 251, Т-49, 2 Бульдога. Карта Прохоровка. В защите сейчас команда Академия. Band of Snoops попробует вскрыть оборону. Получится? Получится или нет? Давайте смотреть. Неплохие команды. Что Академия, что Band of Noobs мне очень понравились. Особенно мне запомнился, вот, например, у Академии брат на 49-ке. Парень раздавал. Раздавал на степях очень даже. Получится ли у него здесь отыграть? И мы сейчас увидим. Возможно, кто-то в борт сейчас получит на 49-ке, 49-го зарядился же. Нет. Парень промазал. К сожалению, промазал, брат. А могло зайти. Могло зайти очень хорошо. Вторая база не играется. Вторая база не играется командой Академии. Но вторая база играется командой Band of Noobs. Но на захват они не заезжают. Ребята решили занять вот эту часть за ЖД. То есть игра у нас будет идти от башни, от ЖД. 49-ка, снова брат. Есть, есть урон, есть поджогом урон. Неносик на гусле, огнетушитель использован, по нему сейчас есть. Идет урон, могут забрать 90-го. И бульдога также. Минус 90, Тони Рэп тоже минус. Минус мистер консоли, минус Тони Рэп. Пошел урон по 49-ке также. Ой-ой-ой, есть! Брат раздает. О чем я говорил, брат может раздавать, ну и просто тоже раздает. Очень неплохо сваренному раку дали. Один хп у 49-го добрали. 3-1. 3-1 счет в пользу пока что Академии. Пока что защита выигрывает по счету 49-ка, да. Еще один минус. Минус ежик. Шульц залетает, Шульц пытается врываться, ну и что, кто кого? 90-ка или бульдог? Похоже, бульдог 90, возможно, на КД минус 90. 4-2. 4-2 пока что в пользу Академии. Ой-ой-ой, 49-ка, к сожалению, промахивается. Бульдог, похоже, отстреляет. Хватит ли у него снарядов? Похоже, хватит. Да, последний шот. Последний попадать. Но? Или все-таки нет? Все-таки не хватило, оставили 15 хп 49-ки, и это может все-таки сказаться. Так и есть, рядом просто кинул, как арта практически сейчас 49-ка. И 5 хп, 5 хп бульдога, и Т-32 снайперский выстрел, супер. Остался 251-й, по нему уже тоже кидают, и пока что Академия 1-0 выигрывает этот раунд, защита выиграла.
да и 32-й фуловый. Особо... Без особых потерь, только 90-ка и бульдога потеряли. Академия, Bad of Noobs потеряли все танки. Ну что ж, а я вижу, что вы заказываете песни. Периодически я включаю свою, так как иногда бывает простой. Ну что ж, мы ждем смену респаунов, мы ждем изменений наоборот. И продолжим смотреть второй раунд. Или ждать третьего. Или... Академия в атаке, возможно, что-то покажет. Смотрим. Я напомню, что команда Life to Sleep уже прошла финал. Она ждет. Ждет свою пару. Ждет своего соперника. Что ж, у Академии что-то меняется. Да, меняется сетап. Першинг появляется, 32-й. По-моему, он и был у них, а вот Першинга не было. Мы готовы. Мы готовы смотреть второй раунд. Да, стример полностью готов, поэтому гоу. Ну что ж. Академия, Т-32, Першинг, 2-90, Т-49 и 2 бульдога. Band of Noobs, Т-32, 3-90, 251, 2 бульдога. 49-й здесь себя проявил. Очень неплохо. В Академии есть шансы. Если сейчас они в атаке хорошо себя проявят, если получится сыграть удачно, то, возможно, даже не будет тайбрейка. Смотрим. И желаем удачи тем командам, на которые вы ставили. База уже не играется. Это уже интересно. Играется просто аллея. Частично аллея, частично центр. Будут ли какие-то подсветы? Серж Бонд сейчас прям будет залетать на базу. Бульдог уже выхватил Тони Рэп. Серж Бонд, я понял, что зря заехал. 32-й здесь может сыграть очень хорошо. ЗД стреляет. Серж Бонд, да, минус Серж Бонд. Тони Рэп тоже могут отстрелять. Есть по нему урон, по нему хороший урон. Именно по нему идет фокус. Ну, еще шот. И минус второй бульдог. 2-0. Просто 2-0. В атаке сложно. В атаке очень сложно, но сейчас просто на каток поставили, но починился, успел. Кидает 49-й, но урона я не видел. Пытается Академия атаковать, но сложно. Band of Noobs решает поменять расположение своих трех ЛТ-танков. И, в принципе, правильно делают. 49-й вроде бы едет встречать, но один против трех, это сложно. Если сейчас выйдут ребята все втроем, то могут забрать. Могут забрать и третьего танка сейчас. Снова мажет 49. Снова промахивается брат. Брат, не промахивайся.
так. Есть урон. Урон по бульдогу. 285 хп. Это мало. Это надо жить, это надо сейвиться. Захватом никак не сыграть. Очень неплохо в защите стоят сейчас. Point of Noobs. И отстреляли, отстреляли еще одного танка. Убили сваренный рак, убили 90-ка. 3-0. О, вот 49-й дал урон по 32-му. 32-й забрал, говорит эксперт. Забрал сейчас Ярослава. 3-1. 3-1, но все же по эксперту идет. Идет урон. С центра откидывает. Да и здесь. Ну, хотя здесь преимущество у Першинга и 90-ка есть. По ХП выигрывает 90-к, например, по полной. Даже неплохо. Два шота точно. Можно давать урон. Можно пробовать. Можно пробовать давать. Надо PvP выиграть. Фаерпризи по-любому. Мистер консоль я заберу. Да, точный шот и минус консоль. 3-2. 3-2, Академия старается. Но 3-2 в пользу Band of Noobs. Band of Noobs в защите. И да. Band of Noobs. Надо сейчас ехать, надо сейчас сбивать захват. Академия на захвате в один танк. Надо что-то делать команде Band of Noobs. Першинг. Першинг поехал. Поехал подсвечивать. Не пустить. Не пустить никого к базе и... Если... У Академии получится захватить, то это будет 2-0. Но все-таки 1-32 двух-то легких танков не сдержит. Да, с двух сторон выходят сразу все 4 танка. Да, 4 танка Band of Noobs и все правильно делают. Но пока 90-ек очень неплохо стоит. Надо забирать Першинга 90-го. Надо забирать Эликту просто. Надо его забирать. Все-таки 90-й съехал, все-таки да. Забрали там 32-го, счет 4-3. 4-4 счет стал, вот так вот, да. Забрали, забрали бульдога, но Першинг не выживет. Не выживет. Забрали 90-го, и не забрали бульдога, забрали перша. Вот так вот. 90-й убегает, есть еще 49-ка. Фаербризи понимает, что он может забрать бульдога, и это есть шанс. Есть шанс. Попадать. Да. 5-5. По-моему, это будет довольно-таки сложно. Брат, 31 хп. Все-таки по хп сейчас Band of Noobs выигрывает, а вот Академия может... Вот сейчас решит скилл. Минута 30 секунд еще есть. По танкам счет равный. Если Академия сможет сыграть. Если Академия решит этот бой... Ой, хороший красочный полуфинал получится. Я помню, это полуфинал. Ребята решили встать вдвоем на захват. Они понимают, что надо будет подставляться. Мне кажется, одному надо смотреть в одну сторону, а другому в другую. Хотя бульдогу можно заехать и с аллеи. Тогда у него будет шанс сбить. Ну, лично я так считаю. 251 по фуллови. Танк, который смог. И ник он сейчас, похоже, свой оправдает. Захват он сбить сможет. Это точно. По крайней мере, постарается. Бульдог старается аккуратно, очень аккуратно чекать. 30 секунд. 30 секунд. 80 очков захвата базы. Бульдог врывается. Бульдога можно отстреливать. Промахивается 49-й, 90. 92, сбили. Или минус 49-й, минус бульдог. Все-таки у D51 есть. Есть преимущество у D51, но он не будет подставляться. 10 секунд, он выживет, и Band of Noobs выиграет этот раунд. Не дали. Не дали захватить. Это будет тайбрейк. Да. 1-1.
1-1, и мы будем смотреть с вами Руйнберг. Да, бои затяжные, бои сложные, бои нервные. Вот сейчас это действительно было на нервах. Представьте, какие нервы у команд. Я прошу прощения, я немножко перепутал. Карта на тайбрейк будет мураванка. Это даже интересней. Это даже намного интересней. Ну и мы смотрим за тем, как, какие танки ставят команды. И похоже на то, что вот-вот сейчас мы отправимся в последний. Третий бой, третий раунд, решающий раунд за выход в финал. Уже там. Уже там ждет и не дождется Live to Sleep второго финалиста. Это сюрприз, 59-16 появляется. 59-16 появляется у команды Академия. Видимо, потому что он маленький. И может где-то в кусту стоять и не светиться. Особенно с маскировкой. Силуэт низкий. Да. В принципе, догадаться несложно. Как он будет светить, как решать, будем смотреть. Поехали. Решающий, последний, третий раунд. Сейчас все решится. Решится, кто же будет финалистом. Кто же будет биться за первое место? Итак, сетап команды Академия. 50-100, 2-32, 2-13-90, Бульдог и 59-16. Сетап у команды Band of Noobs. 2-50-100, 2-32, 251, 2 Бульдога. Команда Академия в защите, Band of Noobs в атаке. Кого? Кто же будет в финале? Кто же будет в финал? Нет, к сожалению, это ангар. Что-то пошло не так.
Дубль 2. По сетапам ничего не изменилось. Продолжаем смотреть полуфинал. Продолжаем болеть за своей командой. Интересно. Мне интересно, за какую же команду сейчас больше ставок. Хотя в данный момент по игре и по силе, мне кажется, эти команды в принципе равны. Просто где-то на чьей-то стороне там удачи больше. Кто-то кого-то поджег, а кто-то... Что ж такое-то? У нас еще и снова ангар. Да. Я пока не пойму, что не получается. Похоже, вылет бульдога. Вылет ежика. Проблемы с интернетом подводят. Итак, команда Band of Noobs готова. Команда Академия. Я надеюсь, третий раз у нас будет все-таки счастливый. На третий раз мы все-таки попадем в бой, и все будет у нас в порядке. Фэрбризи и брат. Что ж, с Богом. Третий раз мы загружаемся и молим ВБР и интернет о том, чтобы у нас не было вылетов. Раз, я думаю, не лишним не будет пробежаться по сетапам. Это 50-100, 2-3-2, 3-13-90, 59-16 у команды Академии, 2-50-100, 2-3-2, 51-2 бульдога у команды Band of Noobs. Поехали. Мы наконец-то поехали. Мы смотрим полуфинал. Битву за выход в финал. В защите команда Академии. Band of Noobs атакует. Карта Мураванка. По разъезду вы видите все сами. Тяжелых танков у Band of Noobs целых 4. Они настроены, видимо, агрессивно. Т-32 едут на центр. И, в принципе, правильно, 50-100 их будет прикрывать. 32 должны от башни здесь решать. И очень хорошо, но 32 против 2, 32. Нету 49-ки. Слишком уж часто 49-ка бывает промахивается. Там действительно на 49-ке нужна удача. Даже скилл мало что решает.
это просто блайнды. Это просто прострелы в то место, где может быть, возможно, противник. А вот сейчас бульдога увидели. По бульдогу урон по 59-16 тоже. И бульдога, похоже, заберут консол. Или 59-16. Ну, кого же? 16-го, да, минус 16-й. И минус бульдог. 1-1. Неплохо. Два 90-ка заходят сзади. Сейчас будет в карту заходить 32-м, и это будет опасно. Ну, там 50-100 их контрит. Главное, 50-100 надо попадать. 50-100 надо хорошо отстреливать. Сейчас фокус просто-попросто будет идти. Хороший, простой, правильный фокус или нет? Нет, все-таки на 90-ка просто закручивает обоих. Нет. Ярослава заберут. 247 хп. Минус Ярослав. 2-1. 2-1 в пользу Академии. Подожгли 32-го. Тушитель работает. Успел спрятаться просто. И надо кидать еще. Получает сейчас брат. Похоже, на катке стоял, но успел починиться. На захват не решается. Бендов нам вставать сейчас. 2-1. 2-1 в пользу Академии пока что. Ну что ж, 90-ка можно еще раз такой круг почета сделать, и что-то будет. Похоже, 50-100 на КД, и сваренный рак сейчас поехал именно за 50-100. 50-100 получил шут, хороший фокус по 50-100 по Шульцу. Да, 375 хп, 90-ка, похоже, заберет сваренный рак Шульца. И 32-го тоже могут добрать, это хорошая заявка на победу у Академии. Минус 30, минус 50-100. И минус 32-й. Да, я не успеваю все говорить. Бульдог, также шотный, ружка, 675 хп. И 1 сотка. 1 сотка фуловая, 4-1 в пользу команды. В пользу команды Академии. И ребята еще и в защите. Все. Это нет шансов. Нет шансов. Абсолютно нет шансов команды Band of Noobs. Я уже могу. Хоть и 3 минуты осталось, но... Я предполагаю... Практически со 100% уверенностью о том, что Академия присоединится к команде Life to Sleep. Это сложно. Это проигранный раунд, к сожалению. Вот встали ребята втроем на горочку и думают, что же, как же. Как же сыграть, как же правильно сделать. Да, вот отделился сейчас 90-ик, могут они втроем забрать велик-то. Но он не будет подставляться, он вот такой просто, так сказать, как сторож. Охраняя территорию, проехал, посмотрел, все чисто, поехал дальше. Нет, он продвигается дальше, он, видимо, увидит сейчас 50-100. Пытается стрелять 90-го. Приехал еще один фуловый, 90 против 50-100, уроном обменялись. 90-й крутит, сотка промахивается, один шот. Промахивается по нему ЛТшки, также по 90. Сваренный рак, неплохой урон наносит. Хорошая карусель. Очень хорошая карусель, но все-таки сотка выиграла. 250 хп оставили сотки. Минута 33. Заезжает второй 90-ник. Минус сотка. 5-2. 5-2 в пользу команды Академии. Но пока что урон больше не заходит по бульдогу и по 250. 6-2. Все-таки зашли. Зашли. Зашли снаряды в бульдога. И остался только 251-й. Танк, который смог. Это танк, который смог выжить. Хотя еще не факт. Еще целая минута есть на то, чтобы убить 251-го. И эксперт именно выехал за 251-м. А еще есть 90-ик. Будет засвет сейчас.
Есть засвет. Поймали, поймали, поймали ружку, увидели его. 20 секунд. 25 секунд, выжить или нет? К сожалению, нет 37 хитпоинтов, и все. Я поздравляю КСК Академию с тем, что они присоединяются, в финал приходят к команде Life to Sleep. Финал будет интересный. Сваренный рак по урону лучше всех. 2715. Ну что ж, ждем финала. Connected. Insufficient permissions. Sound muted. Microphone muted. You were moved. Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, wake up. Hey, wake up.
Я хочу еще раз поздравить всех тех, кто выиграл в наших ставках. Выигрывайте чаще. Пробуйте ставки тоже чаще. Но также хочу вам сказать, что мы ждем. Ждем финала. Финала против... Life to Sleep против КСК Академия. Финал будет интересным. Захватывающий, интригующий и довольно-таки потрясающий, я уверен в этом. Команды достойные встречаются. Если будет тайбрейк, то это будут степи. Ну а сейчас карта Руинберг. Но также я хочу вам сказать о том, что я присутствую в команде... У команды Life to Sleep, и у нас есть шанс ее послушать. Пока он нас не слышит, да? А, ну, все, уже слышит. Здравствуйте, ребята, я вас слышу. Привет. Да. Привет. Здорово. Что у нас сегодня? Нас слышат зрители, поэтому здоровайтесь. Все понятно, всем привет. Всем привет, ребят, привет своей маме. Hi, everybody! Да, пользуясь случаем, да. Хочу передать привет своей маме, да, кому-то еще не будет. Очень-очень просили привет. Люди, передаю очень привет. Хотели, чтобы я зашел к вам в ТС и... Передавайте, в общем, я молчу. Передаю привет да. Игроку команды Феникс Лигмейт. Сори, ESLTV. ESLTV, Ке. Сейчас скину. Кинул. Че у нас там? Ясно все. Типа я последний. Угу. А задержка сколько? 5 минут. А, отлично. Ну да. 4 с лишним. Пользуясь случаем, передаю привет Симпсонам, Титанам, а особенно Глебу. Набор Клан Пьюр. Набор Клан Пьюр. 57+, 1600+. По всем вопросам писать в скайпе. Нейрсвер. Или еще кому-нибудь. Знаешь, кланы. Хорошей кламить, спамить. Так такая же возможность раз в жизни бывает. Не ас. ESL стримят каждый день. Пишите стример, он нам передаст, да? Но слушают же не каждый раз. Спамьте стример. Ну уже пос... По правилам, как они создают же, что у нас? Я не знаю. Кто спрашивает, вы деф? Я не знаю, что там слева деф, да? Мы же слева, да? У них как-то чела не хватает вроде. Тут можно же. Че подойдет? Так надо буду написать. Чтобы он в мой паблик зашел. Полную рекламу записали. Hello. Так, хайпер надо сотка. Ссылку скинуть. Так, в смысле хайпер сотка? Хайпера проглоса нету, лол. ВК, я не знаю, у вас вроде там фул. И у нас фул. Ну зайди на всякий случай, если чем не будешь. Ну прокидывайте, лол. Зайду. Буду выйти отсюда, пожалуйста. Буду у нас это. Буду у нас канал. Пожалуйста, потом. Передать маме привет, да, избежать слова. Кидай меня вниз, да и все, Костян. Так, погоди, ты сейчас я разберусь с этапом и скажу, кого вниз, кого вверх. Это Т-90-ка сотка, отлично. У нас немного? Нормально. У нас нормально. Ну, Костя сказал, прикинь. 8 человек плюс стримеры.
по восьмером пойдем. Откуда 8? Ты что, упал, что ли? Да все нормально. 7.54 как бы кость. 7 танков. Я понял, на тренировке сидит. Че вы не подхёрте, ребят, перекинет Костя. Включили подхёрт. Никто не подхёртит. Бадхёрт. А за 2 сотки хайпе кабалоид. Снаппельдога про 90. Кия, я на ушке. Или Кия, ты на сотку садись. Меня вниз кинь. Я может, не лучше на 90. Давай на 90 тогда и бери сотку, кто там кабалоид. Напиши, чтоб скинул. Ну Кия собирал, Кия, скинь Залмана вниз. Даже стрим включу посмотреть. Во время боя не смотри. Ну, да. Во время боя я стреляю по КД. Сотка двойка, 3.90, 2 бульдога. Только с атаки. Примерно представляю, что я буду делать. А, кстати, что-то очень мутная картинка идет на стриме. Минус. Че, не готовы? Мы готовы? Все, для сотки 2.90. А качество какое стоит? Хай, да? Да, погнали. Ну, максимальный оставь сорс. Там будет все хорошо. Все, хайпе, погнали. А, мы поехали? Да, мы поехали уже. Окей. Че, уже отчет идет? Ну, походу. Да, 20 сек. О, все, я загрузился. Эту тему со стримером, короче, палить тактики наши. Я, походу, не загрузился. Как всегда. Что, ангарим? Ангарим или нет? Да, ангарим. Понял. О, нет. А, вот, не ангар. А, все, написали поздно. Давай, ангар, я зашел. Поздно, все, ангар. Ангар. Противники вроде написали ангар. Согласие с ним. Но я ангаре стараюсь, если что. Угу. Я тоже вижу. Все нормально, сразу. Казус такой неприятный, конечно. Ну да, грузит более 2 секунды. Ну я как всегда же в инете залил сетку, там посмотрел пока. Ну да, ты еще фильм посмотри. От Маза-то 2.8. Ну. Да, 90 НС, блин. Чё у нас преимущество? Бабан, ДПМ. ДПМ не такой уж. А мы в дефе? Да. Это таскады, что ли? Да. Вас понял. Мы поедем в центр, да? Я в центр поеду на ушки. Так, бульдог 1 на 0. 1 на 7 в куст. Ты чё потом потянешь через вторую базу? Вот, атачить. Нет. Сотки пока на 0, когда же сотки на 0 кд здесь пока. Блок один сюда. Сотки вот здесь. И блок один у тебя вот. Я подъеду сюда, ЛТшки остальные вот сюда вот занимайте пока что. 2.90. Рикардо, ты с пайком? Рикардо. Алло. С пайком? Рикардо! Рикардо, нет. Тут нету. Не с пайком, надо было меня туда отправлять. Я главласти. Скорее всего, тройка на захват пойдет, ЛТшки сразу сейчас подожмут сюда. Сотка будет вот здесь на отстреле. ЛТшки сразу, если что, вот отсюда заходим, 90. 20. Ага, ясно. Только 2 бульдога здесь. 15. ЛТшки, ребят, в минусе 90, 90, забирайте бульдога. 90. Быстрее занимайте бульдога. Не упустите их. Бульдога, не упустите. Да а что вы стоите, бульдога, меня в КД. Быстрее забирайте их. Ага, так. Сотки, возвращайтесь сюда быстрее. Сотки, возвращайтесь за захват. 90, проходим сюда быстрее. Убиваем ЛТшек у них. Я 90 вам дал блайн, там вроде зашло. Там бульку нашу сейчас забирают. Кия, пойдешь, убьешь бульдога. Бульку, убегай. Под эту, кайте под эту. Мы тебя здесь засейвим. Давай, Ваня, бульдог со мной. Бульдог вот этот вот со мной. Все, хорош, кайте. Да, хорошо. Кайте, тайминг ждем. Заходи аккуратнее, ты шутник. Ну, понял. Все, сводимся, Костян, сводимся. Идем забираем. Да, у них там 90. Проходите 90 быстрее. Он уже ушел отсюда. Два захвата. Быстрее надо. У меня три.
У меня 4. Вот отсюда надо быстрее ЛТшками заходить, 90, давайте быстрее. Сбивать здесь пока без агрессии. Ой, меня сейчас забегут. Надо быстрее захватывать. Стой, я. Трап свети, Таня, убивать надо быстрее. Трап свети, свожусь. Бейте на меня вообще. Блайн, сотки, сотки сбейте. Сотки сбейте базу. Бейте сотки базу. Сейчас. Отлично, все. Нес, убей бульдога. Кей, не соки собьет с кей. Вот это не трогал, вот этого не трогал, я в КД. Я в КД. Я сбил стройки. Зашло. Я КД. Стройки сбил, нормально все. Сбивайте захват. Сбивайте, сбивайте один разок и сейфтесь. Кия, 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 сбей. Сбивайте, нет? Кия, блин. Хорош, хорош, хорош. Еще, еще. 27. Поджог очень хорошо. На стол сбили, блин. Че, сбейте? Ну, ребята, попадайте. Не за трупами прячутся. Била. Хорош. Стройки. Хорош. Еще надо сбивать. Сотки, сотки. На сотки захват. Сотки. 15. Живите максимально. Сбила, сбила. Живите, живите. 90, 90. Уходите, живите. Стройки. Зацельте 90. Зацельте 90. Просто убейте 90. Таня. Зацельте его, зацельте. Просто зацельте. У меня одна пулька, все, не могу. У них два выключены. У меня одна пулька, ребят, помогайте. Не перегревай. Закатывай, накатывай. Успеешь. Бей, 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 успеешь. Хорош. Хорош. Успел. Пашку 90 сейчас заберет. 90 вообще заберет. Зацели его. Сколько у тебя снарядов? У меня один снаряд остался. Убивает. У меня 5. Ты в КД? Хорош. Хорош, Паш. Еще один. Я КД. Успеваешь. Успеваешь, успеваешь. Просто подсвети базу. Нормально, нормально. Не надо светить, не надо светить. Я собью. Я собью разочек. 67. Смотри, чтоб успел. Спокуха, спокуха. Все нормально. Камбэк. Отлично. Тройка. Сотки. Хорош. 20 секунд хай. Все нормально. Все нормально. Я 3, все. Я 3 держу. На меня накатывает тройка. Ну 3 сотку заберу, может быть, кстати. Если зайдет, на сотку заберу. Только не вываливайся на сотку. Они на тебя оба поехали. Нерс, ты достаешь? Сотку, тебе надо тройку. Не правил, все. Даже по сотке выдаю 2 пульки. А нет, я их развел. Просто нормально. назад. Давай просто назад. Хорош. Идет. Айо, Нейрс, помоги по сотке. Видишь сотку? А, не, он не видит. Нейрс заберет. Все нормально, нормально. Он минус 3. Сотка КД. Минус 3. 20-36 секунд. Нейрс пришел. Сотка в КД ушла. Она могла тебя спокойно забрать. Сотка КД ушла. Ты раньше ее от КД шишься. Хайпер, ты раньше ее от КД шишься. Догоняй ее. Понял, 27. У меня один, я не буду КД шить. Вы уверены, что он 23. В КД не ушел? Да, ушел в КД. Он мог спокойно хайпера забрать. Он раньше не ушел. Он мог спокойно хайпера забрать. Нет, он меня байтит, короче. Не, он тебя 14. Просто разводит, он тебя он просто разводит. Он разводит, да, все, но это нормально. 10. Все, ты. Паш, 10, дашь что? Хочешь? Не хочешь? Ну как хочешь. Точно не будешь давать, Паш? Или дашь что? Лая. Он дышит сейчас поджогом, что-то. Не, камбэк хороший, конечно. Фух, Танька, молодец. Захватом, да, сбила, молодец. Кия 2 сфейлил, снарядом на кире сидел. Там на 100%. В смысле, я аж потом попал? Нет, ты потом попал третьим. Но если бы два попал, еще бы было и хорошо. Да, у меня ровно 100 очков сбито. Я на тебе как раз сидел, ты там два попал. Или просто без урона прошло, это не помню. 100 очки защиты, хайпер сотка. Хайпер сотка, мисс сотка. Че там, один сурвайв, че еще? Ну сотка это там сверху стан, наверное, просто не учлось. Ну короче, мы с тобой 200 очков задефили. Угу. Норм. Че теперь? Че сотку? Две ушки или 3,90? Две ушки или в одну ушку? Ну что, больше было. В одну, мне кажется. Погнали в одну. Че делаем? Все? Так едем? Нет, хайпер на ушку. На руку? Сейчас я на 90. Ой, блин, ай. Ладно. Теперь пик сделал? Что такое? Да я сотку на ушку, я хотел сотку на 90. Фейл, ну ладно. Он спросил без пика, ты напиши бейс и ставь танки. Все. Ставь тогда 90. А, нет, погоди. Давай теряешься. Я 90. Хайпер лучше на ушке будет. Мне тоже 90 или сотку. Сюда сотки будет. В одну сотку. В одну сотку. Дал бы мне лучше мою любимую сотку. Ну, забрал мою. Ну, он смотри, пистолет. У Костяна нет ушки. Хотя это он мог на 90 сесть, я на ушку, ты на сотку. Ну, давай так давай сделаем. Так, давай так давай сделаем. На сотку сам буду помочь. Фух.
Хайпер, когда я сбивал, ты подсвечивал? Чуть-чуть немножко я сфейлил, конечно, поэтому я сбивал. По таймингу. Когда ты сбивал? Что-то когда ты сбивал? Не-не-не, когда я ехал, сбивал. Подсвечивал, ты сбил или нет? Стройки, да. Стройки вот. Сбил, я 90-го выцелил башенку, но не зашло у меня. Там пишут стримеры, что Коломбо в чате с ума сходит, хочет привет, чтобы ему передали. Какому Коломбо? Коломбо, брат! Привет, брат! Привет, брат! Брат, не сходи с ума. Я, конечно, не знаю тебя, но тебе привет. Да, привет. Что делать? Короче, давайте бульдог один сразу вот сюда на 0 сотка, давай вставай вот сюда, прикидываешь, если что, вот это, агушка с 90-ми сразу, с бульдогом одним сразу влетаем в эти дворы, сразу. Блин, не, можно сразу сотки поехать, сотки сразу можно поехать, вот так вот, и просто хвалиться СТшками сразу забрать, и ты там две сотки. Чувак, я так умру. Не давай уезжайте с одного угла. Давай тогда вот сюда. Давай с угла спокойно отыграем. Если что, мы вот это сразу занимаем. А потом, я могу вообще по ситуации вот сюда уйти, чувак. Можно сразу было ворваться на ноль. Убить их... Хотя зачем ворваться? Потом захватом, если что. Там разница 10 секунд, они могут центр убить, если две сотки зарядятся. Надо ну, видишь, рискованно. Байтить. Пешек, вон, видишь, все. Все, норм. Где? Надо норм, вот сюда норм. Быстрее вот это занимать, быстрее, срочно. Норм, все хорошо. Все отлично, 90-е в бульдоге занимаем это все. Вот, подбирайте. Сотки надо быстрее забегать их, 90-ми. 90 же рядом, 900. 2 секунды когда еще, 2 секунды. Все, заряд. Надо окружать и занимать. Окружаем 90-х, забегаем их. Вот. Отлично. Мы вырываемся, вырываемся, просто забегаем 90-го. Сотку следующую, вот эту. Сотку, отлично. Сотку. Убиваем его, дайте шот. Отлично. 90-450 нет возможности. Сотка работает, постояли в прямом. Я работаю, отлично, постреляю, все. Что есть, то кидаю. Сотку убивайте, 400 хп. Бульдог, не соки. Не могу, все. Сейчас Кия умрет. Убейте сотку, сочки. Ну сейчас Кия. Я КД. Отлично. Я КД еще попробую тебя. За соткой 3 снаряда. Норм, я 30. Кия, хорош, сейфся, Кия, сейфся. А все, он КД, сваренный КД. Сейчас военный КД, убивайте я его, на центр врываюсь, расстанчиваю, все, что по максимуму пеша, есть. Да, я забыл про тебя вообще-то сам там. Заберу сотку. Я пострелял. Все, я КД. Отлично. КГ. Как бомж пострелял. Что все мне кусочек пришел? Костян, я тебе потом фишку расскажу. 2-0, до 2 что ли? До 3 же играет слово. До 2. До 2 побед. А, до 2 побед, я затаранил. Я вообще там хотел затаранить. ГГ, ВП, всем зрителям пока. ГГ, ВЦГ. Ну что, с победой вас, ребят. Спасибо. 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 А у нас еще это же оборона. Я в самом начале стрима говорил о том, что вы точно дойдете до финала. Ну, вы еще его и выиграли. Они дошли до финала без меня первый раз. Да. Я просто горел в рандоме, я не хотел играть. Но сейчас там вроде остыл. Просто куча фанатов. Ну, в итоге фанатов, мы еще и выиграли укреп. Выиграли укреп, пошли. Спасибо, ребята, за то, что смотрели, сюда. Да. Подписывайтесь на канал, ходите, болейте. Всем спасибо за бои. На мой паблик подписывайтесь. Да, и на нашу группу тоже. Приходите, болейте за любимую команду и сами тоже участвуйте. Хайпер лучший. Ну что ж, я думаю, тогда на этой хорошей ноте мы, наверное, абсолютно все со всеми попрощаемся. Всем до встречи, всем до свидания. Всем пока, хайпер лучший. Всем спасибо за финал, всем счастливо.